Всем привет! Посылка с AliExpress такая легкая. Не знаю, что там, сейчас посмотрим. Что-то в картон, в гофрированный или в воздушную пупырку завернуто. Воздушная пупырка. Она, наверное, дешевле картона. Думаю, да что ж это такое? Это фара, умная фара на велосипед. Ну, стоп-сигнал. Короче, она должна загораться при... Должна загораться, тут датчик стоит там, ну, как... Датчик, когда велосипед останавливается, и она должна загораться сильнее. Ну, как ей пользуются, я еще пока не знаю. В общем, поставлю на велик и тогда покажу. Так-то прикольно. Ты огни такие. Стоит, конечно, дорого. 1000 рублей. Посередине вот желтеньким загорается. Короче, не стал я заморачиваться, что-то тут выдумывать. Просто вот взял, прикрутил на саморезы. Ну, у меня есть видео, как я эту сумку купил. Ну вот, прикрутил, еще и не ставил. Сейчас поставлю, попробую. Может быть... Да нет, нормально. Нормуль, по-моему. Вот так вот будет моргать. Второй режим. Третий. Так, третий режим. Четвертый. Пятый. Все, и выкл. Ну, давай сейчас попробуем. В зеркало снимаю. Что будет, что не будет. Ага. Горит, работает. Короче, при резком торможении срабатывает. Ну и плюс, если не беспокоить. Сейчас. Если не шевелить, и будет свет светить. Ну, сейчас посмотрим, отключится фонарь или не отключится сам. Без вибрации.
Ёб твою мать. Алло. Так, ну, в общем, доснимаю дома. Не дали мне снять. В принципе, там я забыл выключить и ушел. Мне позвонили. Фонарь забыл выключить. Пришел с заявки и забыл про него. Он сам потух. А потом шевельнул велосипед, и он включился. В общем, сейчас смотрим. Должен выключиться там через... Не знаю, сейчас вам точно не скажу, через какое время, а паспорт от него остался на работе. В общем, смотрим. Кому понравилось. Ну, это, конечно, не панацея, как говорят, что водитель увидит, что у тебя фонарь загорелся красным, и определит, что ты тормозишь. Просто, вот, видите, потух. Вот, просто моргает и моргает, раз... красным загорелся, ну, может подумать, такая программа в фонаре, ну, чисто так, игрушка, не игрушка, но так для себя вроде, может быть, кто-то и поймет, короче, вот как-то так, в общем, сейчас шевельну, все, заработал, можно вот включенным оставлять, бросать, он в режиме ожидания будет стоять, но я так и сделаю. Что это для того, чтобы не забывать включить. И для экономии аккумулятора, когда забываешь выключить. В общем, ссылка на него будет в описании. Ну, стоит он там 1000 рублей примерно. Ну, 10 баксов, да. Крепление самые, ну, как вам сказать. У меня вот было за что зацепиться здесь. Я зацепился. Я из фанеры делал под эту сумку платформу, ну и как раз пригодилось, посадил его на саморезы, а так он вешается вот этими под сиденья на салазки, как салазки называются, и стягивается хомутами. Хомуты в комплекте тут как раз есть, под хомуты либо ставится на подсидельный штырь кружочек и привязывается силиконовым колечком. На подсидельном штыре есть вставка, но она вставка наклонная, потому что штырь стоит под углом, и та вставка, когда ставишь, фонарь получается ровный. В общем, ничего сложного. Как-то так. Вот у меня еще один видос велосипедный появился. Ну все, всем пока. Thank you.